сотрудник больницы рассказал, то, что 6 января вооруженные боевики ворвались в больницу с номер 7 Алматы, ворвались с оружием, с автоматами. Эта больница находится в микрорайоне Калкаман. А террористы потребовали у врачей, чтобы они помогли раненым, чтобы они оказали им помощь. Помощь оказали. И когда они вот привезли своих боевиков, они стреляли в третий этаж, где находится реанимационное отделение. Ну, никто из сотрудников и пациентов, никто не пострадал, они все работали в штатном режиме. Боевики вооруженные, они только в приемный покой ворвались и стреляли вот в окно издалека. Потом, когда они оставили вот этих раненых своих, они покинули помещение. На следующее утро врачи вызвали ОМОН, отряд ОМОН, который вот забрал всех этих раненых боевиков. Сейчас приемный покой в больнице не работает. Обещают, что он заработает сегодня, вот после 5 вечера. Периметр по периметру больницы, то есть вот улица Раймбека, получается Сайна, что там еще, ЕСУИ. Это все оцеплено военными, там стоят военные машины, там стоят военные с автоматами. Вот, допустим, на въезд в город здесь стоят блокпосты с большими очередями из машин и вот проверяют каждого.